во враг ехала? Потому что там был знак. А почему ты здесь остановилась? Потому что на автобусных остановках можно останавливаться, если я никому не мешаю. А почему ты до сюда ехала 40? Потому что там второй был знак. А знак остановка запрещена? Он там был же один раз. И что? Что он один? Она действует на остановку тоже? Конечно. Ты не доехала до перекрестка? Вот он, видишь, знак, главная дорога. 10 метров. Поехали. То есть, главное, 40 ты ехала, а остановку проигнорировала. Поехали. Вот он перекресток. Вот оно перекресток. Здесь уже можно было бы остановиться. Поняла? Да.